Привет, друзья! Сегодня мы с вами проводим тест-драйв автомобиля Hyundai i20. Сегодня первый раз мы с него зальем вот такой MPG Boost компании FFI. Вот я уже предварительно его набрал в шприц. Заливаем. Бак. 95-й бензин. Так, пока заправляется у нас бак, давайте посмотрим. Значит, машина прошла 17 тысяч километров, новая машина этого года. Сегодня у нас 28.06.12 года, 32 градуса тепла, средний расход топлива 8.3 литра на 100 километров. Сейчас мы выезжаем из города Тель-Авива в Эйлат, на Красное море, на границу с Египтом. Ехать туда 330 километров. И обратно тоже. То есть тест-драйв где-то будет у нас 760 километров. Мы посмотрим, если изменится и показатель потребляемости топлива. Продолжаем нашу поездку на Красное море. Уже проехали 160 километров. Еще осталось каких-то 200 километров. Я думаю, за 2 часа мы их преодолеем. Температура за бортом 37 градусов, можно посмотреть. Средний расход топлива уже 6,5 литров на 100 километров. Кондиционер работает довольно мощно, прохладно, комфортно ехать. Чем ближе к Египту, тем вы видите, пейзаж меняется, пустыня, деревьев практически нет. Температура воздуха постоянно повышается. Совсем скоро мы окажемся на прохладном Красном море. Итак, я напоминаю, что мы продолжаем наш тест-драйв Hyundai i20. В начале пути мы залили бустер и посмотрим, что будет в конце, как изменится наша потребляемость топлива. До встречи. Итак, мы приехали в Эйлат. Довольно жарко, 44 градуса. Мы проехали 300 с чем-то километров. Средний расход 6,5 литров на 100 километров. Вот мы находимся уже на берегу Красного моря. Не хочется выходить из машины. Работает кондиционер. Но мы все-таки рискнем. Напоминаю, мы проводим наш тест-драйв Hyundai i20. 28 числа мы выехали. Средний расход был 8,3. Сегодня 5,8. Вот мы залили 6 мл на 40 литров бензина MPG Boost. Мы проехали, сейчас посмотрим,
Вот мы проехали 694 километра, почти 700 километров. Практически бака хватило. Вот недавно мы дозаправились. И расход у нас сегодня держится 5,8 литров на 100 километров. Вот мы можем посмотреть. Километраж 17700. В машине ехало 4 человека. С включенным кондиционером. Машина очень себя хорошо чувствовала, тянула. Ну, будем продолжать тестировать продукт на этом и на других автомобилях и рассказывать вам о результатах. До встречи!